В Астане возводят первый дом клубного типа. В комплексе собственная инфраструктура, его отличительная особенность – высокое качество проектирования и строительства. Проект пока еще возводимого первого в столице классического клубного дома привлек множество потенциальных покупателей. Мы учли наш казахский менталитет, наши современные требования, современные технологии. Будет иметься свой собственный фитнес-зал, спортивный зал, детская комната, комната для водителей, комната даже для хранения шин. И такие мелочи мы тоже учли. Подробнее об особенностях нового жилого комплекса, собравшимся под сводами камерного зала «Астана Опера», рассказали на презентации проекта. Шикарные двухуровневые квартиры, бассейн на нулевом этаже, клубный лаунч-рум для общения соседей, помещение для обработки продуктов, в том числе разделки мяса, возможность возведения личного гаража с мастерской в паркинге, прачечная для габаритного белья. И это далеко не все, чем может похвастать Байсанат. Я намерен приобрести там квартиру, ввиду того, что это элитный район города, в первую очередь. Рядом имеются такие важные объекты, как торгово-развлекательный центр, детский сад. Я более чем был восхищен тем комплексом услуг, то, что они представляют. Байсанат расположен в элитном спальном районе Комсомольский, в 5 минутах от центра и при этом вдали от городского шума. Площади квартир достигают 450 квадратных метров на этаже. Такой фактор является хорошей альтернативой для тех, кто думает о приобретении особняка в этом районе. Завершение строительства намечено на 2018 год. Дмитрий Олейников, Назия Туякова и Арман Данышбаев. Итоги дня.